По разным маршрутам посещаем как и днем, так и... Постоянный, да? Всегда делают остановку и... Брестская крепость герой. Пойдем посмотрим, где находится музей. Политика по составлению досье технических карт экскурсовода, то есть что вот, должны говорить, важный пункт фундаментальный, всю общую информацию по дороге. Вот почетная обязанность, и далеко не каждому ее разрешают. Школы меняются каждый раз. Сам центральный монумент, выполненный железобетоном, и вот эта стелла, которая символизирует штык от готов туда, вот, который, в общем-то, он, пожалуй, основным оружием в обороняющем. Смена! Стой! Смена! Четвертая смена! С поста! Шагом! Марш! Mm-hmm.
Гесса считает, это не доказано, правда, что именно из них был расстрелян полковой комиссар Фомин, который фактически возглавил оборону, последнюю оборону. Ну и это место еще известно печально тем, что об этом здесь вот рассказывает вот это памятное место. И здесь видео по вот этому моменту. По фильму с командного сбежать, на самом деле этого не было. Ну, а так и было. Пулеметов, для охлаждения пулеметов, поэтому раз за разом бойцы предпринимали попытку подобраться к водоему, погибали десятками. Вот. Ну и здесь показано как раз, вот как красноармеец пытается набрать воды в каску. И здесь стихийно возник такой обычай, я не знаю, кто его ввел. Круглый год, в любое время дня и ночи, у солдата в каске налита вода. Если она пересыхает, то туристы, посетители обязательно наполняют эту каску снова. Обратите внимание, что сейчас вода там тоже есть, лежат цветы. Сегодня у нас лес, где полно чудес. Нас чуть здоровье, которое позволяло быть радостью, так сказать, принимать